В 59-й серии турецкого сериала «Меня зовут Мелек», которая выйдет на экраны Турции 31 марта, мы увидим следующее событие. Алпай отдал документы Керему и сказал, что дом он оформил на них троих. Керему сильно не хватает отца, и он обнял Алпая. Халиль устроил для Мелек неожиданный сюрприз на лодке. Она очень счастлива рядом с ним и не хочет, чтобы это время заканчивалось. Алпай обвиняет Вильдан в том, что из-за этой женщины он потерял своего лучшего друга. Все из-за любви. Она старается показать, что не знает про любовь Кенана к ней или же хочет скрыть это от всех. Зюмрюд услышала слова Алпая и вмешалась в его разговор. Она не позволит того, чтобы теперь Алпай посягал на честь их семьи. Зюмрюд разозлилась на Алпая и сказала ему уходить из ее дома и больше не сметь приближаться к их семье. Когда Мират встретился с Эрдалом, то стал спрашивать у него за его поступок. Отец Мелек сказал Джумали сделать все, чтобы Алпай уехал, и затем они вернут Гюльдже. После этого их жизнь наладится, и все будет хорошо. Не остается никаких проблем, как только они решат эти вопросы. Дефне устала от тех поступков, которые совершает ее отец. Она, глядя ему в глаза, сказала об этом. Помимо этого, Дефне очень жалеет о том, что именно этот человек считается ее отцом. А мы напоминаем, что 59-я серия турецкого сериала «Меня зовут Мелек» выйдет на экраны Турции 31 марта. Спасибо вам за просмотр!